и Костя. Здравствуйте, уважаемые друзья. У нас сегодня отличное утро. Сегодня будет довольно-таки тепло, потому что обещают порядка 14 градусов. И на повестке дня вопрос такой от молодого человека, как я понимаю, связанный с поиском своего будущего. Он спрашивает, есть ли, на мой взгляд, перспективы у менеджмента в будущем. Что я по этому поводу думаю? Значит, на мой взгляд, перспективы менеджмента есть. Другое дело, что сама дисциплина менеджмент, она довольно-таки широкая. То есть в нее можно пить все, что угодно, и менеджмент как таковой, то есть управление, это может быть менеджмент, связанный с какой-нибудь конкретной областью, не знаю, там, управление человеческими ресурсами, или менеджмент, связанный с производством чего-нибудь, да, то есть это больше в сторону инженеров уже. Это менеджмент маркетинг, то есть управление всеми процессами, связанными с производством продукта, бренда какого-то, да, товара, но с точки зрения рынка, да, то есть как мы этот продукт себе представляем, как мы его создаем, как мы его потом позиционируем, продвигаем на рынке, как мы его создаем с точки зрения глаз потребителя. Это может быть менеджмент, я не знаю, продаж, да, то есть управление продажами, управление дистрибьюцией. Но то есть слово менеджмент, на самом деле, оно резиновое, в него можно все что угодно вложить, и каждый, на самом деле, понимает слово менеджмент по-своему. Существует десятки определений в книжках, что такое менеджмент. Поэтому, да, естественно, у менеджмента есть будущее, да, то есть, несмотря на то, что существует большое количество сдвигов в экономике, в технике, в отношении компьютеризации, да, создания электронных аналогов, электронных инструментов, которые обычно были прерогативой человеческого мозга, я имею в виду аналоги принятия решения, то есть вот эти алгоритмы, которые делают программисты, связанные там с поиском, например, заемщика, да, как оценивать заемщика, чтобы давать ему кредит. Это, по сути, тоже менеджмент, да, своего рода, потому что люди должны были в свое время придумывать факторы, которые они будут оценивать, плюс личное собеседование, прежде чем они давали деньги кому-то на какие-то там проекты. Алгоритмы, опять же, связаны с тем, допустим, как мы таргетируем рекламу, да, если мы говорим про интернет, это вообще отдельная совершенно история, я считаю, что у нее реально огромное будущее, да, то, что, на мой взгляд, интернет через какое-то время будет занимать еще большую долю, чем сегодняшняя в жизни каждого человека, то есть люди будут делать все, что угодно в интернете, да, хотя и так практически сейчас то же самое происходит, но это будет совершенно отдельная история, которая, скорее всего, будет какой-то такой свободной зоной от всех государств и так далее. Это будет тот самый элемент, на мой взгляд, который в итоге приведет к созданию наднациональных институтов каких-то, да, общечеловеческих. Я не могу сказать, в какой форме все это будет, да, это слишком все, как говорится, depends, но тем не менее, на мой взгляд, именно в этом, в этой ветке развития человечества, да, кроется дальнейшая точка роста в плане социальных институтов и экономических институтов. Так вот, значит, если мы говорим, опять же, возвращаемся к истории менеджменту, да, то несмотря на то, что существует огромное количество вещей, которые уже делаются компьютером, да, существует все равно потребность в управленцах в широком понимании этого слова. То есть, несмотря даже на то, что людей будут увольнять, несмотря на то, что все больше и больше машин будут делать ту или иную человеческую работу, которую сейчас делает человек, все равно останется потребность в тех людях, которые будут принимать решения. Стратегические решения, там, тактические решения. Тактические решения, конечно, в меньшей степени, но тем не менее. И от этого никуда не деться. Это вот проза жизни, что бы ни было. Поэтому, если мы говорим про менеджмент, то да, перспективы получать работу в области, профессии в области менеджмента однозначно есть. Но, опять же, возвращаясь к тому, что я постоянно говорю, и я вас к этому очень-очень сильно призываю, друзья мои, реально, все те, кто живет
за пределами, точнее, внутри своих стран и планируют свою жизнь за пределами своей родины. Учите языки. Неважно, в какую страну вы поедете, учите языки. Не будет языков, у вас не будет будущего. Это вот просто вы должны это понимать, засыпать и просыпаться с этой мыслью, что не выучу язык, у меня не будет будущего. У меня не будет будущего, потому что я не выучу язык. Учите язык. Если вы выучите язык, у вас будут гораздо более широкие ворота возможностей для того, чтобы самих себя продвигать, развивать там и так далее. В этом плане... Вот это что такое было? Сейчас с Лексусом, который проехал практически без остановки. В этом плане... Менеджмент не исключение, да, вам придется общаться с персоналом, вам придется ставить задачи, вам придется выслушивать задачи. И чем тоньше вы будете чувствовать язык, то есть тем лучше вы его будете знать, тем более квалифицированным менеджером вы станете. В общем, такие мои мысли по этому поводу. Задумайтесь и к учебникам по английскому или французскому, или, не знаю, китайскому, или японскому, как хотите. Но учебник обязательно. Откланиваюсь. Всем хороших выходных и пока.